Вопросы и проблемы жителей микрорайона Чкаловский обсудили на приеме депутатов партии «Единая Россия». Одной из самых актуальных остается сфера ЖКХ. Жители дома номер 5 по улице Стефановского волнует поступившая информация о смене управляющей компании. По закону для проведения подобной процедуры необходимо согласие всех собственников. Как сообщил председатель совета дома, общего собрания для принятия такого решения не проводилось. Так заявителям были даны подробные разъяснения относительно этой проблемы. Если вы общим собранием, протоколом, большинством голосов не принимаете эту компанию, вам, естественно, по закону никто не вправе там навязывать. Также поднимались вопросы относительно дорожного ремонта. Состояние дорог на улицах Кожинская, Правобережная и Потаповская вызывает ряд нареканий у жителей микрорайона. Здесь мы сделаем запрос в администрацию, когда данная улица поставлена в план, и мы связались с сотрудниками администрации, которые заверили нас, что эти дороги сейчас возьмутся на нормальное обслуживание. Стремление увидеться с людьми, поговорить с ними о их нуждах, проблемах и постараться их решить – это святая обязанность не только депутатов, но и просто граждан наших, кто имеет возможность это сделать. Рассчитывает население микрорайона и на развитие благоустройства. Так, совет дома номер 4 по улице Стефановского тревожит вопрос относительно парковочных мест, из-за отсутствия которых владельцы автомобилей оставляют транспорт на газоне. Также обратили внимание на состояние местного сквера. Поломанные скамейки и неухоженный внешний вид препятствуют комфортному отдыху жителей. Ответили, советы дали, куда обратиться по поводу благоустройства, заявление куда писать. Мы довольны вот таким приемом, но мы попали на него первый раз. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».